На радость многим жителям ПВЗ эталон S все. Скандально известная управляющая компания прекратила свою деятельность 10 июля. Некогда самая крупная УК города пала под натиском фирм поменьше, но, видимо, получше. Вы, наверное, знаете, сейчас, если раньше эталон S был как бы монополистом, на сегодняшний день там порядка 6 управляющих организаций. Мне кажется, его просто задавила конкуренция. Вы знаете, что порядка года был очень большой прессинг со стороны других как бы управляющих организаций. Управляющие организации, предоставляя иные качественные услуги и иной как бы тариф на содержание, иную работу, они показали в действии. Эталон S управлял 180 домами, 100 из них уже ушли в другие управляющие организации, в 14 сейчас проводится собрание жильцов. Им предстоит выбрать новую УК, в остальных назначаются временные.